Кто-то здесь перевязывал раны, должно быть, поранился, пытаясь забраться наверх. Что ж, по крайней мере, встреча с пантерами он избежал. Видать, кого-то раздавило этим камнем. Ну, сколько мне еще ждать? Тот, кто был тут до меня, забрался на стену, чтобы обойти пантер.
Неплохо. Мне бы тоже такое не помешало. Интересное место. Кажется, оно такое не случайно. Надо бы осмотреться. Впечатляет. Это просто украшение или... Непрошенный гость! Тебе здесь не нравится! Да-да, я уже понял. Ищи порталы. Ну вот тут несколько этажей. Хорошо, поищем следующий проход.
следующий проход. Лаборатория Моро. Пустая камера. Интересно, кого тут держали? Хорошая библиотека. По большей части книги о мутациях и генетике. Что с ней делать-то? Препараты. Надеюсь, их не отнимали у владельцев силой. Надо думать, этот человек был здесь не по своей воле. Что ж, осталось выбрать вход. XVIII июля, год 1102. Сегодня я начинаю величайший проект всей моей жизни, который важнее любого другого, поскольку касается лично меня и моего сына. 15 лет назад на меня напало чудовище, и жизнь мою спас ведьмак. Тогда я не догадывался, что за спасение мне придется заплатить судьбою собственного сына. Если бы я мог повернуть время вспять, я бы умер, но не отдал бы сына ведьмакам. Но случилось то, что случилось. В день, когда Джерома забрали, я поклялся честью, что верну сына. Сегодня, после многих лет изысканий и подготовки, я создал машину, с помощью которой смогу изучать мутации. Если боги в милости своей меня не оставят, я придумаю, как обратить означенные мутации и вернуть Джерома к нормальной жизни.
Значит, профессор не собирался усиливать мутации, он хотел от них избавиться. Интересно, у него получилось? И что это может дать мне? Наблюдение 22. Несмотря на введение избыточной дозы токсичных субстанций, объект не проявляет никаких симптомов передозировки. Полагаю, это также результат мутаций. Итак, малый успех. Благодаря этой мутации Джером лучше переносит яды. Наблюдение 30. Мутации начинают действовать не сразу. Но и с течением времени они не усугубляются. Чтобы мутация прогрессировала, следует неустанно добавлять соответствующие мутагены. Объект переносит это не лучшим образом. Но я смог сделать мутации менее инвазивными. Для этого к базе мутагена я добавляю белок мутировавших яиц скалопендроморфов. В стеклянном террариуме, кстати, их рост прекращается. Эти яйца сами по себе примечательные. После мутации от них начало исходить восхитительное сияние. Надеюсь, использование этих белков не вызовет серьезных побочных эффектов. Время покажет. Наблюдение 58. Порой неудача сама ведет к успеху. Я открыл метод преобразования одного типа мутагена в другой. Нужно лишь добавить некоторые ингредиенты. Это великий день для науки. Кроме того, после сегодняшней дозы мутагенов объект был на грани смерти. Однако затем он резко пришел в себя, а силы его восстановились. Разумеется, не в полной мере, но можно сказать, он вернулся к жизни. Трудно сказать, виновны ли в этом его мутации или это совпадение. Необходимо провести дальнейшие эксперименты. Годы экспериментов, исследований, жертв. И все впустую. Я не достиг искомой цели. Все мутации, которым я подвергал объекты, были неэффективны в отношении Джерома. То, что должно было излечить его от ведьмачества, вернуть его к нормальной жизни, лишь усугубляло мутации, увеличивало его скорость и силу, делала его еще более не человеком. Мой сын навсегда останется ведьмаком. Я потерпел поражение. Пора оставить это место и вернуться домой. К Лидии. Вдруг она все-таки примет меня. Рецепты и мутагены я оставляю здесь. Пускай они рассыпятся в прах. Как мои мечты о возвращении сына. Значит, профессор хотел обратить мутации вспять, а вместо этого только усиливал их. Тем лучше для меня. Судя по записям, профессор пытался отменить действие ведьмачьих мутаций, но в результате лишь усилил их. Мутагенную базу он делал из яиц гигантских скалопендроморфов. Значит, надо поискать яйца.
ты можешь.
Прости, мне нужны твои яйца. Сколько мне еще ждать?
что ж, осталось выбрать вход. Хватит смотреть. Нет смысла надевать полностью. Что с ним делать-то? Лучше бы снять броню и оставить оружие. Пора проверить, а на меня мутагены профессора будут действовать так же, как на его сына? Источник питания не работает. Может, оживлю его каким-нибудь знаком? Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума,
самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Славится вечное дело сотворения. Дай-ка посмотри. Спасибо, будь здоров.